Всем привет! У нас сегодня в обзоре универсальный спальный мешок от фирмы Hanna, модель под названием Biker X1. Этот спальный мешок типа кокон предназначен для трекинга, для кемпинга, хорошо подходит для активного отдыха. Итак, внимание! Модель данная весит 900 грамм. Комфортная температура пребывания внутри для девушек составляет 9 градусов, для мужчин 5, максимальная 18, минимальная минус 9 градусов. Имеется огромное количество цветов, но в данный момент у нас имеется зеленый и красный цвет. Давайте же разберем этот спальный мешок на примере красного. Итак, для начала мы ослабим по бокам, чтобы можно было вытянуть спальный мешок из чехла. Раз. Так, по бокам убираем. Два. Также в чехле имеется специальный клапан, который защищает спальный мешок от попадания пыли внутрь. Так, аккуратно достаем, кладем и вуаля. Показываю вам, как выглядит этот спальный мешок. Вот он выглядит в разложенном состоянии с фирменной символикой. Здесь есть капюшон. В капюшоне имеется утяжечка. Липучка Velcro для дополнительной фиксации двухсторонней змейки, чтобы она вдруг не открылась сама. Собственно говоря, сама двухсторонняя змеечка. Сейчас мы ее аккуратненько открываем. Так. Есть. В данной модели также присутствует немножко утепленный воротник со специальной затяжкой. И, конечно же, маленький секретный кармашек на липучке. В области ног есть специальные петли, с помощью которых этот спальный мешок можно подвесить или просушить, или просто хранить где-нибудь. Собираясь на природу, собираясь на активный отдых, не забудьте взять с собой верного друга. Настоящий, крутейший спальный мешок от фирмы Hanna. И не забывайте, что есть огромный выбор спальных мешков на сайте mandrivnyk.com.ua.